мене склалося враження, що десь люди почали переоцінювати себе. Безперечно, їм дав Бог талант, і безперечно, що вони дають хороший сезон. Але є команда. І в такій команді потрібно все-таки грати насамперед на команду. Не думати про те, що через півроку ти повернешся в Динамо, і я хочу грати в Динамо, і я хочу в Динамо. Ні, зараз на даному етапі в тебе це є це команда. І думати треба про команду, а не про себе і не про свою індивідуальну якусь статистику. Тому що так можна дуже швидко закінчити. От мене склалося таке враження. Це такий, знаєте, якби посил цим футболістам. Ну, я думаю, що Віктор Скрипник все-таки проведе розмову, адже він знає, як працювати з молодими футболістами. У нього великий досвід. Наш Володимир Звєров записав велике, дуже цікаве інтерв'ю з головним тренером «Зорі». Вони поспілкувалися про німецький футбол за часів Віктора Скрипника і як футболіста, і як тренера. Наскільки він вже адаптувався тут, в українському футболі, на чолі «Зорі». Все це далі у ексклюзиві. Я, коли сюда приходил, я знал, что такое Украина, и я здесь играл, и, конечно, я слежу за Украиной, и, в принципе, за любым чемпионатом, но в основном я топовые игры смотрел, это топовые, это «Динамо» или «Шахтер», когда они играют между собой. За своим «Димпром» я, конечно, тоже, когда еще было до войны, это команды, да, «Металлисты», «Днепр», и когда «Днепр» в Еврокубках играл, конечно, это моя родина, я за этим слежу. А за УПЛом это только вот противостояние «Шахтер-Динамо». Но вот эти команды другие, которые не выступают в Еврокубках часто, да, или это, конечно, я только понаслышке, или когда играют они против «Динамо», да, или «Шахтера». А когда сейчас сюда приехал, то видно, есть хорошие, действительно, очень-очень талантливые ребята, очень сильные игроки есть. Много можно найти хороших игроков здесь для той же Германии. Я в этом уверен, и я своим ребятам говорю, что вот даже те ребята, которые там есть или бывали, да, тот же Юрченко или Абухана, который там играл, они тоже подтверждают. Просто это надо этим заниматься. Отталкивает, может быть, то, что... Может, незнание языка, может, чуть-чуть вот это вот к нам относится как к такой нации, которая, если мы подписываем контракт, то думаем, что уже все, жизнь состоялась, и дальше не надо прогрессировать, и все. Вот это тоже отталкивает. Может быть, я не знаю. Два нападающих, это та же тактика 4-4-2. Ну, просто с десяткой, которая под ними играет, чистая десятка, здесь никто не играет. И вот на этот был... расчет, как бы. Играть так, как никто не играет. Пока к тебе привыкнут, ты уже можешь где-то там заскочить на какое-то место, которое нас раскусят или к нам привыкнут и будут по-другому играть, ну тогда и мы будем перестраиваться. У нас по позициям хорошая конкуренция и хороший такой настрой, да. У нас нет такого, что мы от кого-то зависим. У нас действительно хорошие игроки, которые могут в тот или иной момент становиться лидером в игре. Каждый из них. И вот это вот делает нас сильными. Да? Мы не зависим от фамилии. Не хочу перед других команд, да, что они вот, и когда их нет, тогда и сразу видно, что команда не такая. Вот 2004 год это был такой показательный такой момент, без каких-то больших громких покупок или там каких-то вливаний денег, которых в Вердере на тот момент, да, и сейчас, в принципе, нету, да. Вот создалась такая команда, так единомышленников, это так. Перевод на наш язык. Сейчас общались или вот недавно с тем же Томасом Шафом вспоминали об этом. Он говорит, что команда так себя развила, что там и тренер не нужен был. Да? Якщо умовно Шахтар – це та Баварія, Зоря може стати Вердером? Вот помните, такая была эта пословица «Деньги голы не забивают». Ты всегда мог... рассчитывать на какой-то день, когда ты можешь обыграть лидера, да, вот как здесь на Украине «Динамо Киев» ты мог обыграть, или «Шахтер» в хорошее такое время, да, ты поймал хорошую игру, там, хороший день, они что-то там устали или плохо к тебе подготовились, и ты их раз и обыграл. Так же самое вот тогда, в 2004-м, это было актуально, потому что деньги были такие ровные, не было таких сверхвливаний, да. То, что было раньше, нельзя сравнивать, что сейчас. И так же самое я не могу сейчас сказать, что «Шахтер» – это тот же, та же «Бавария» для этого. Потому что на данный момент, да, «Шахтер» – это та команда, которая стремится. Но это хорошо, когда есть такое в твоем чемпионате.
У тебя есть цель, к которой можно вот продвигаться, да? Потому что это как мечта, и потом ты ищешь способы к этой мечте. Это, как к этому, к этой мечте подобраться, это уже разные способы. Найти спонсоров, найти частного инвестора, найти, купить игроков, купить хорошего тренера, инфраструктуру. И вот ты подбираешься к этой мечте. Которую, ну, одно из таких требований – это вот действительно занимать те места, которые дают возможность на следующий год играть в Еврокубках. Мне кажется, это нормально и должно так быть. У любой команды, которая хочет развиваться, хочет дальше не просто на плаву быть, а действительно становиться той силой, которая вот локоточки, да, вот хочется тоже быть таким клубом, который с ним считались, да. И вот чтобы это было, это надо вот из года в год вот эти места, которые дают возможность зарабатывать и развиваться. Насколько вы интегрировались в украинский футбол? Я не могу сказать, что я все знаю, но мне хочется сказать, что где-то 50% уже точно я, потому что я уже со всеми командами сыграл, я многих судей повидал. Вот это важливо. Да, да. Это же относится к футболу нашему. Уже по дорогам поездил, так что я уже, меня уже удивляет уже поменьше, что. Так что 50% это 100% я, 50% 100% я уже имею, да. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+2, але ми працюємо для вас і на YouTube-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось на нашому YouTube-каналі.